И вот о чем мы сейчас будем говорить? О работе с вами. По сути событий, автостопу уже 17 лет. Дело началось в 2001 году. Тогда еще никого не было. Тогда еще новости только везде выпускались. А в свое время мы, как корреспондентский корпунк ЧГТРК, сделали то самое мероприятие. И мы вам показали работу, грамотную работу. Грамотная работа тогда начиналась, когда в эфире был, ну, два человека, да? Андрей Хиловский и Чилейкин Алексей. У него были свои передачи, и у меня были свои передачи. Вот тогда началась программа «Автостоп». Тогда все остальные передачи просто не существовали. Были разве что новости, но и не более того, как. Представляете, 17 лет программа «Автостоп» работает. И по сути событий я знаю всех, кто занимается автомобилистами. Автомобилями в том числе. И автомобилистами, естественно. Да, мне не сильно много чего нравится, но тем не менее. Теперь мы поговорим о качестве и количестве работ. И вот сегодня, сейчас, в принципе, уже достаточно давно, с 2010 года, я начал все это дело выкладывать в YouTube. И вы сегодня, сейчас можете посмотреть о этих сюжетах. То есть я вот сейчас показываю то, что находится за моей спиной. Ретромаг. Посмотрите внимательно. То есть мы работаем для людей. Потому что нам хотелось бы, чтобы у каждого человека клиенты были. Но не у всех клиенты в нормальном состоянии души и тела присутствуют. И вот тогда вы зайдете на мою страничку «Автостоп», ну, YouTube, и посмотрите. То есть, к сожалению, не все нормально работают, в том числе и с нами. И, как правило, такие люди получают по заслугам. Но сегодня, сейчас мы не будем о тех людях говорить. Мы будем говорить о людях, которые вам дают возможность ездить на машинах и покупать недорогие, может быть, и бушные запасные части. Вы хотели бы видеть The Parts of Great Britain, то есть запасные части из Великобритании? А пожалуйста! Вот так их там разбирают, вот так грузят в терминал, вот так доставляется все до Магнитогорска. О! Я, конечно, понимаю наш опыт, но простите, машины и средства роскоши превратились в обыденность в России всего 10 лет назад. Ну, когда кредиты мерзкие стали. И мы начали круто становиться навороченными не по-детски. К слову о том, что там есть, ну, практически беспроцентные кредиты. Там тоже понимают, что машина – это не недвижуха, а стареет она разов 30 или более быстрее. Да и там немного другое, по цене и по качеству каска. И уж поверьте мне, авторазбор в разы больше и в количестве, и в качестве. И вот вам «Tools made by Great Britain». То есть тамошние замечательные машины для вас. То есть что у вас случилось? Сцепление полетело на DNX. Сколько по времени вы потратили, чтобы найти его здесь? 5 минут. 5 минут ровно. И поехали дальше. Да. Так вот она, наша радость за вашей спиной. То, что мы говорили, и то, что пришло. Это, естественно, Великобритания. Все верно. Это Великобритания, Англия. То есть полный машинокомплект настоящей Англии. Вот теперь мы будем говорить о том, что в Великобритании присутствует. Ну, во-первых, Великобритания – это не совсем Европа. Далеко не совсем Европа. Во-вторых, когда я смотрел машины Великобритании и смотрел отечественные машины, я примерно понимал, что где-то разница очень серьезная, и это не в нашу пользу. Потому что там было все настолько круто. Вообще все хорошо было, реально хорошо. Но в итоге все, инсайт, в принципе, абсолютно одинаковый, за исключением руля. Все верно, руль, торпеда и чуть-чуть ржавчина. Но мы не будем забывать, что подушки также меняются. Особенно подушка водительская, да? Просто даже менять не стоит. Подушка, торпеды, боковые подушки, то есть они одинаковые. То есть вообще никаких проблем не существует? Ну, существует в некоторых моделях, в некоторых машинах. То есть где панель, скажем, не симметричная, скажем так, по отношению к... Ну, это иногда случается. Да, нам что нужно? Нам нужны бампера, нам нужны фары, нам нужно все. Это тоже есть? Это все точь-в-точь то же самое, что левый руль. За исключением, говорю, еще раз повторюсь, рулевой рейки и торпеды. А в остальном все нормально? В остальном то же самое. И вот мы сейчас говорим уже о современных машинах. Потому что я прекрасно понимаю, что старая машина – то, что доктор прописал, да? Я людям как бы объяснял неоднократно, да, но вы посмотрите, машины, грубо говоря, 95-го года, да,
и современные машины, которые разваливаются, да? Те как-то живут. Живут и будут жить. То есть то, что делалось до 2005 года, это настоящие машины. То, что после 2005, это уже металлолом, который собирается для того, чтобы его ремонтировать. Да, это все недолго, как правило, получается, да? То есть будем говорить, что машина современная, сейчас отъехав свои положенные там 3 года или 5 лет, потом начинает просто сыпаться. Все верно. Окей. То есть мы говорим о ретро-машинах и о том, что вы уже возите на современной модели. Это все так, да. Говорим об этом. И старые машины, и плюс пошли современные, скажем так, ориентировочно годов до 2008 года. Теперь будем говорить о том, что ломается, да? Как правило, ломается все. Ну, я уже как человек опытный скажу, что таких машин, которые не ломаются, просто не бывает. Вопрос цены. То есть, если мы говорим про бэушные запасные части, в какой по отношению цене к оригинальным запчастям они относятся? Пол цены, пол стоимости пол стоимости новой детали, но, опять же, в каждом случае индивидуальная цена может быть и меньше, может быть и больше. Но в половину это железобетонно? В половину это железобетонно. То есть, если бы я захотел купить себе генератор, я бы у вас купил по цене 3,5 тысячи рублей или ниже? Даже ниже, возможно. А вот этих вещей вы, как и я, не видел в прошлом сюжете. Машины здесь полностью разбираются. И вот и стартеры, и генераторы, и оптика, и всякие примочки, кои ранее выбрасывались. Здесь все наоборот. Здесь всегда можно найти любую запчасть, подчеркиваю, любую, но БУМ. И она будет работать в дальнейшем на вашем автомобиле. И вот, как говорится, век живи, век учись. Да. У меня такая штука случилась, да. К сожалению, мне пришлось восстанавливать генератор. Целиком мне пришлось его восстанавливать. Цена вопроса – это примерно 6 тысяч рублей. Коли я бы знал, если бы было время, я бы приехал сюда и купил бы здесь генератор на свой автомобиль. По одной простой причине – цена в 2 раза дешевле. То есть мой генератор новый, он стоил 7,5 тысяч рублей. Мне восстановили за 6. А я бы себе купил, грубо говоря, за 3, может быть, за 2,5. Вот она прелесть-то какая. То есть прежде чем что-то купить и выкинуть в новые деньги, я бы вам это делать не рекомендовал. По одной простой причине, что можно было бы взять что-то и бэушное. Потому что оно также будет ехать. То есть мой генератор проехал на моей машине 375 тысяч километров. Я так понимаю, что генератор, который проехал бы там 100 тысяч километров, еще бы 1200 проходил бы на моей машине. Легко. Вы приехали за коробкой, да? Коробка на какую машину? Коробку на Nexio, 8-клапанную. Везде обзвонили. Самые дешевые. И едьте сюда. То есть приезжая в ретро-мак и покупаем за 5000 рублей, правильно? Да, 5000 рублей. Звонили другие разборки. В Сибай там ближе было. 12-13 тысяч коробка, это дорого. Сюда позвонили, приехали, все быстро обслужили нас. Нам понравилось. И теперь тема, в принципе, весьма интересная. О, господи, боже мой, куда же мои денежки-то девались, а? Образца 2007 года. Кстати, в 97-м тоже было абсолютно неплохо. То есть два таких хороших года, и у меня деньги в нормальном количестве водились. К сожалению, то, что сейчас случилось, это даже совсем не то. И все то же самое, что и у вас, ребятки. Да, господа мои, лучший вариант на сегодняшний день – это все-таки бэушные автомобильные колеса. Как и диски, естественно. Купив новые, вы еще попадете на денежки. Причем вы же должны понимать, да, что вы только по себе поставили диски, они уже все, уже стали бэушными. То есть цена вопроса в разы упала. Как только вы поставили, все-все-все, это уже не новые диски. То есть вы их за новыми никогда не продадите. Поэтому возникает вопрос, а почему бы мы себе смогли поставить бэушные диски? В принципе, бэушные диски здесь есть вместе с колесами. То есть в преддверии зимы мой вам грамотный совет, куда надо приехать за автомобильной резиной. Приезжайте сюда, в ретро-мак, и купите себе либо колеса, либо диски. И уже спокойненько докатайтесь до следующей весны. А там уже и потом, не торопясь, поскольку это все очень красиво и ровно действуется, и я тут посмотрел внимательно, то есть количество дверей, которые находятся за моей спиной, впечатляет, так же, как все остальное. То есть все очень красиво сделано и ровно. И давайте все-таки зададим вопрос.
где вам необходимо рано или поздно появиться. Я вообще как бы честно и порядочно говорю, что в связи с тем, что нормальные люди сейчас немножко так подтормаживают и не покупают себе новую машину, потому что рано или поздно мы все равно перейдем на электротягу. Поэтому смысл покупать то, что работает грамотно, это, я не знаю, для чего это нужно делать. Спокойненько катайте, даже в новых машинах все то же самое. 4 колеса, одно рулевое, то есть 5 колес, ну еще багажники, то есть 6 колес. Вот. Кондиционеры у всех есть. Хотя зачем? У нас не та погода, чтобы кондиционер-то включать. То есть месяц-два здесь кондиционер нужен, а потом только тепло нужно нам. Стеклопакеты все. Мало того, коробочки те старые, еще хорошие, четырехступенчатые, они просто работают автоматически. Ну и механки, это просто супер. И все-таки про подвеску мы тоже будем говорить. Та-то подвеска еще долго работает. И мало того, вы эту всю подвеску, как и все остальное, как и элементы кузова, как и бампера, и стекла, и все остальные примочки можете купить здесь, в Ретро-Маге, на улице Калмыкова, 113. Так что же вы хотите? Очень хороший и грамотный авторазбор. Мне грамота сейчас нравится, все четко и по нужностям расположено. По сути, я видел все авторазборы, но такого качества я не видел нигде. А чтобы вы поняли, мой вам совет. Приедьте сюда и подивитесь, как можно грамотно разбирать уставший автомобиль и внедрять в него новую душу. Итак, как сюда приехать? Приехать сюда очень легко и просто. В принципе, город Магнитогорск не такой же большой город. Это всего лишь 14 километров отсюда и до вокзала. В принципе, здесь есть объездные дороги. То есть, если вы уже хотите сильно и быстро сюда попасть, а везде и всюду пробки, по объездной дороге приедете сюда, это ровно 20 минут с вокзала. Или по меньшей объездной дороге, ну, чуть больше времени потратите. В принципе, где мы находимся? Это улица Калмыкова, 113. То есть, это край города. Но, тем не менее, сюда могут приехать также жители городских окрестностей. Пожалуйста, приезжайте и покупайте запасные части. К слову о том, что запасные части здесь есть практически на все модели. Только надо подумать, какие модели. И вот сегодня и сейчас, почему вы не видите автомобили в городе Магнитогорске? Я вам честно говорю, автомобили в городе Магнитогорске, те, которые сейчас есть, они доживают свое время. Да, доживают. Потом и далее произойдет время бензиновых автомобилей, которые не зайдут на нет, и они возместятся электрическими автомобилями. А теперь я вам расскажу вопрос, что одна заправка целиком электромобиля стоит всего 50 рублей.